Казанский федеральный с визитом прибыли представители посольства Великобритании в Москве во главе с научным советником Министерства иностранных дел Великобритании профессором Робином Граймсом. Гости были заинтересованы в исследованиях Казанского федерального в области физики и биологии, впечатлены историей ведущего вуза Поволжья. После презентации гости посетили лабораторию университета. Анастасия Иванова, Владислав Михневский, Универньюз.